Всем привет! Сегодня видео о приобретении нужной вещи. Это у нас, друзья, ручки. 4 штуки. Сейчас я вам покажу, достану. Наверное, кто-то уже сразу догадался, от чего это ручки. Это, друзья, ручки от гранат ручных М24 немецких. Заказал я эти ручки у человека, кто занимается этим. Это наш, можно так сказать, местный латвийский копарь Сергей, и у него такое хобби — делать ручки и еще там всякие интересные вещи. Я вам фотографии покажу его их работ. Делает накладки, ручки для саперных лопат, очень много у него всяких красивых работ. И вот он делает тоже ручки для гранат. Есть у меня парочку М24 гранаты. Хочу сделать как макет. Так, чисто положить на полочку. И вот заказал у него ручки хорошего качества. Все сделано вообще идеально. У него есть станок. Смотрите, даже клеймо и год. 1940 год. РР-517, по-моему, да? Да, РР-517. Вот 4 таких ручечки заказал я. 2 себе, 2 комраду. Сделаем такие красивые макеты. Ну и спасибо большое Сереге за подгон. Даже не ожидал. Видел у него в Инстаграме, он как-то подымал колокол. А у меня вообще мечта — найти колокол. Я ему как-то написал, говорю, нифига себе, какая у тебя находка. Говорю, мечтаю всегда найти колокол. Он говорит, подгоню. Ну и я как-то так подгоню, думал, как бы в прикол. А тут я у него заказал ручечки. И хоп, посылки ждал меня колокол еще. Такой красивый. Старый колокол. Это, конечно, отвалилась, которая звенит. Ну ничего. На полочку самое то. Спасибо тебе, Серега. Ну а кто хочет заказать ручки, я оставлю контакты Сергея в описании под видео. Оставлю его электронную почту. И профиль в Инстаграм. Кому это интересно, может зайти посмотреть, что он делает, какие работы. Может, кому-то что-то там еще интересует. И Серега вам поможет это сделать из дерева. Так что смело обращайтесь к Сереге. Я думаю, что он и высылает в другие страны. Так как мы здесь местные, как раз в Латвии живем, пересыл вообще один день там подождать надо было. Ну, куда-нибудь за границу, там, может, куда-нибудь в Россию, в Украину. Может, подольше, ну, с Серегой можно договориться, и все, он вам отправит. Так что заходите на его Инстаграм, смотрите. Может, вам что-то надо, он вам все сделает и отправит. Ну а вы, друзья, ждите, когда мы будем собирать макет гранат М24. Надо их почистить, покислотить, и надеюсь, что получится красивый экземпляр на полочку. Всем спасибо, кто посмотрел.
Всем удачи, всем пока. Смотрите фотографии работ Сергея. Удачи!